штука. А. Распаковочка посылки с Гонконга. Здесь должна быть microSD на 1 терабайт. Проверяем. А, это USB-флешка здесь. Флешка USB-шка. Xiaomi должна быть на 2 терабайта. Да, здесь вообще ничего не написано. Ни Mi. Написано, ни Mi. Ну, Mi-шка написано, да. А вон написано, нет, это на самом. Короче, можно будет проверить. Так, это флешка. Ну, памяти, наверное, здесь такой нету особо. Настоящий. Так, это у нас на 2 терабайта. А что же даже наклейку не поставили, ни хрена. Ничего нету. Здесь, значит, не проездила должна быть. Что-то она тоже. MicroSD. Китайцы молодцы, все бабадят. Бабадят. Насколько 1 терабайт? 1 терабайт. Так, 2 терабайта, 1 терабайт. И главная посылочка должно быть 180 терабайт. SSD-шка, накопитель внешний. Упаковочка. Это вот сегодня у нас 7 марта 2023 года. Да, вот она. 128 терабайт. SSD-шка. А это 180, 128 терабайт. Открываем. Проверять дома буду. Чего сколько. У нас переходничками идет. Со шнурочками. 128 терабайт. Ну, конечно, шутка возможно. Возможно и нет. Все. Всем спасибо за внимание. Снимал Володя Пахомов. Геннадий. Всех приветствует. Пока-пока.